по заявлению подсудимого, о том, что у него в бардачке находились 200 тысяч рублей, которые он приготовил якобы для того, чтобы купить данную автомашину. То есть он в суде предъявляет, высказывает свои доводы о том, что у него не было намерения завладеть данным автомобилем, он действительно намеревался ее купить. Однако, значит, в материалах уголовного дела есть опровергающие сведения о том, что денег у него с собой не было.